Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Nero Hunter. В прошлой серии мы с вами вот здесь вот застряли. В общем-то, мы добрались до каких-то монстров. О, дверь открывается. Вон там этот стоит наш хищник. Мы его называем. Так, значит, вот там у нас паук еще живой пока что, да? Так, и значит, куда мы сейчас пойдем? Мы с вами пойдем... другое место. Мы же получили ключ с вами от чего-то. Какой-то хренатни. Да, чего-то там получили ключ. С монстрами мы не будем тут особо контактировать, наверное. Это сильнючие монстры. Да, очень сильные, поэтому, наверное... А мы слабые. Слабый этот лысенький в очках, крутой хакер. Как он? Nero Hunter. Да-да-да-да. Так, а там что? И там эти ходят, да? Тихо. Да. Дубинкой по башке мы ему не настучим. Что такое? Ух ты. Мы получили как оружие. Как дед, вот заныкали. А что за оружие? Биоколония. Так, вот ключ от лифта в колонии биологов. Так, мы, значит, скопировали. Все. Теперь давайте сходим. Понятно. Колонию биологов выходим из этого. Так, получается, это все как заброшенное, да, здесь одни монстры гуляют, что-то да, ходят. Да, 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 это все заброшенное. Ходят там что-то, стучат палочками. А это мы прошли его. Правильно, так, мы же его прошли. Подожди, подожди, дай посмотри. Там. Там. О, о, убивай нахрен это все. Убивайте, точно. Даже цель не обнаружена. А их? Давай искать, где у нас цель будет обнаружена. Чё за хрен стреляет там? Это я стреляю. О, вот сюда нам надо тоже, наверное, смотри. А где это? А, надо через стол перепрыгнуть. Подойди вот эта хрень, смотри, что это такое. Ну-ка стрелим, будет стрелять? Слушай, надо сюда надо сходить, сейчас мне там какая-то фигнюшка, может что-то включить, подкрутить. Так, тихо. Сейчас мы все проверим. Блин, надо было захватить и этих хмырей убить. Угу, вот именно так и надо было делать, вот теперь будем знать. А их уже нету, смотри, они здесь не ходят. Ну и все, в принципе. Ничего нет. А, ну вот они только и были, вот эти камеры здесь. Да. Все, собственно говоря, все, что нам надо было, мы сделали. Слушай, может быть через стол запрыгнуть, там что-то было, не хочешь, да? Куда нам тогда, ладно? Обратно выходить, что ли, куда-то? Так, а тут ничего нельзя взять? Нет. Мы здесь были. А, это компьютер? Отчет. Давай на всякий случай возьмем вот этот отчет. Раз уж мы тут были, да? Давай. Так, пойдем. Пойдем с вами. Куда? Откуда? Поп-поп-то. Вниз, вниз пойдем. Inside. Это вниз что? Я не знаю, что здесь такое. Вон они уже бегут ко мне. А куда? Хорошо, куда? Ну тогда беги в другое место. Мистер Бин. Так. Ну мы что? Здесь, мы здесь шарились, помнишь, в самом начале. Ага. Вот это выход, наверное, вот тот выход, посмотри, в лифт или куда там. Или мы оттуда пришли. Подожди. Здоровье-то есть у нас, да, если что? Да нахрен нам эта проволока, вообще не понимаю. А это брали? Сейчас мы... Я знаю, куда идти. Нет, я не из-за этого. Я думал, что мы этот рюкзак брали уже. Почему-то он закрытый. Почему он закрытый? Мы же все прошерудили. Есть. Ну что там, бин, железка. Да даже ничего и нет.
комедии. Разгадали ну, ладно, код закрыли. Великой вот сложности. Здесь тоже что-то, да? Схема. 3D батарейки. Все собираем, все собираем. Папиули, папиули. Так, возможно, в какой-то момент у вас не хватит денег для того, чтобы купить какую-нибудь вещь. Все, что останется сделать, украсть. Но если вас заметят за воровством, это не останется безнаказанным. Лысыч ты, лысыч слабый, нет у тебя ничего. Он хакер самый сильный. Если это он, значит это он. Ой. Приехали. А куда? Куда мы приехали? Вниз. В траурную музыку. Нет. Так, здесь ничего нет. 50-50. Ржавая деталь. Ух, все, что здесь может валяться, это ржавая деталь. Так, а здесь у нас что такое? Там мы уже все чистили вроде бы, да? Хорошо, куда нам? Че, пойдем к зэкам? Новая этим? Музыка у нас здесь. То есть не новая, а старая новая. К как зэкам пойдем мост? Или что, как думаешь? Мы пойдем в колонию биологов. Да? Да. А где? Но я уже вообще все забил. Мы же взяли ключ от колонии биологов. О, сохранение. Я его вообще забыл про сохранение. Так, вот только куда идти, я запуталась уже. Попремся. Вот сюда вот можно пройти. И вот сюда куда-то. По карте идем. О! Так, вот там машина работает. Значит, наши старые знакомые. Да, вон они там сидят. Передышка у них. Ну пойдем тогда в колонию биологов. Что-то сверлят они тут делают. Да, подсверлят. А, мы, кстати, здесь поспим сейчас, наверное. Да. Подвосстановим. Увидим сон. Сон. Да, вот так точно мы сейчас поспим тут. Да. Сэм, привет. Пошел вон. Нам сюда, да, надо? А, хорошо, поспали. 107. Нам надо? Здесь Гоги? Не-не-не, не надо. Так, значит, куда нам надо? Нам надо выйти в колонию зэков, наверное, да? Туда? Да. Так а где они? А, понятно, понятно, точно, там был лифт. Сейчас, сейчас, где-то здесь лифт был. Сейчас мы вот туда исходим. Идем на лифт, поднимаемся к зэчку. Зэки! Вот он лифт, да? Лифт, откройся! Это есть рифт? В колонию заключенных. Я не знаю, нам сюда надо? Ну давай сюда сходим. Так ты же говоришь к зэкам. Да, там зэки. Да, 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 я понимаю. Что там зэки? Там только зэк, только зэк. Чак все ходит. Чак, Норрис, ты еще ходишь? Я просто жду неподходящего места, да? Ты еще здесь? Тихо. Я просто жду подходящего момента. Жесть, ты уже 10-ю серию ждешь. Как быстрее... радостно было услышать кого-то. Тебя поймают быстрее, чем ты, блин, пока сбежишь. Да его даже не ловят. Пойдем в дверь еще тогда к зэкам. Где это? Ну и где эта хрень? Опять эта музыка. Там надо в дырку какую-то залезть, помнишь? А где она? Где вот она, не помню. Так, тут лифт. Может, в ту железку? Нет, там дверь железная, по-моему, куда-то сюда.
О, старая музыка. Да, вот сюда, кажется. Там трупик должен лежать. О, до сих пор не убрали, уже завонялся. Отлично. Ой. Ну чё, Да не нужно. Эй, не мешай работать, я на посту. Да нахрен. Ну, он похож на Чака из душевой, да? Так это и есть Чак. Он быстро переодевается и стоит на другом месте. Вон какой шустрый, видишь? Ну что делать? Беги отсюда. Ё-моё, а? Беги, беги. Задолбали пупки стоять там. Блин, и здесь тупик. Здесь тупик. Не понимаю, что он не открывает? Так ты не бей его. Игрик, Игрик, бета, альфа, альфа, бета. Айцвай, полицай, драйфер, пайнадер. Чик, 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 есть. Оп-оп-оп-оп. Да зачем нам эта деревяшка? Я бы не брал в эту чушь. Потому что деревяшки эти деревянные, из дерева. Эц, и... Значит, Т. Так, что нас ждет там, мистер Бинт? Я чуял, что там Бинт. Чуял. Ну смотри, сейчас пупки. Дай-ка сохранюсь. Давай, беги. Это второй хмель. Куда нам туда? Подожди, 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 подожди. Это все из-за чувствительности. Ну еще подумаешь, пройдем. Так, мы обратно поперлись. Там ча. Да что ты будешь делать? Как вы здесь появляетесь? Получай по морде. О, отлично. Ну чё, к кому пойдем сейчас? К этому? К доктору? Да. Он же какой-то биолог. Там у него, по-моему, вот это как раз биологическая фигня. Ага. Туда и сходим. О, можешь поспать? Да. Подкрепим силы. Подкрепим. Крепыша. Хорошо, где кровати там есть, да? Можно лечь, поспать. Да. Пойдем. Что, ты куда пошел? Скажи, да ну его нафиг. Пошел он в свои шеловые дороги. Ну чё, хмырь? О! Я, батенька, авторитетно заявляю вам, как медик, столько бегать вредно для здоровья. Куда направляетесь теперь? Мне кажется, это не ваше дело. Да, это точно. Ну зачем же так грубить? Просто если вы к биологам... То что? Да так. Не думал, что вы решили стать генетическим материалом для опытов. А кроме шуток? Вопрос деликатный. Я проанализировал принесенный вами образец, но эта задачка мне не по зубам. Даже с учетом принесенного вами спектрального анализатора. И если вы к биологам, то я хотел бы передать образец им. Уверен, он их заинтересует. Снова этот вонючий мусор. Я не подцеплю от него никакую инфекцию. Не волнуйтесь, я его обработал специальным раствором. Значит, по рукам? Ну что с вами делать? Договорились. Отлично. Запомните, вам нужен заведующий лабораторией биологических форм, Рэм Хендриксон. Ему понравится наш маленький сюрприз. Да, совсем забыл. Память никудышняя. У вас ничего не получится в колонии биологов без этого. Возьмите. Кого? Кибершлюз. Фрагмент монстра. Могу ли я купить у вас лекарство? Выбирайте. Да что, ну выбирай. У нас своего куча, иди отсюда. Со своими кучами. Ну что, куда он? К биологам? Ты помнишь, где эти биологи? Медицинская комната вот где-то здесь, что ли? Товарищ биолог. Кобеса, мы там не были еще ни разу, да? Да? Так, генератор. В01 нет. Мы тут, по-моему, не были, да. О! Биоколония, вот она. Отлично, ну пойдем посмотрим, что там. Да, мы тут еще никогда не были, мы никогда биологов не видели. Хоть голоса послушать. Я себе биологов представляю в белых халатиках таких. Ну, и когда это? В кровавых халатах. Нет, я именно беленькие такие, какие-нибудь, может, очочки такие специальные, они там что-то изучают. И скальпеля с топорами. Наконец-то эта музыка закончится. И сейчас у нас новая музыка должна появиться, вообще новая, которую мы не слышали. Могильная закончится. Интересно, сам он почему не мог дойти?
Кто? До этого со своим куском этим. Ух ты. Ух ты, синенькое что-то. Эй, что за хрень? Так, я понимаю, киберкабина. Кибер-бибер-бубер-пупер. Ду-ду-ду-ду. О! Ой, да что за пупки? Пригодится. Тилинг, тилинг, слушай, тилинг, тилинг. Ну чё? Новая музыка, да, я же тебе говорю, новая. Ну что, нам надо так, кибер... Так, давай, кибер-кабина. Кобздец. Кибер-вход. Чё там нас ждёт? О, да ладно. Семь походу, юнитов. Походу, труба там полная. Давай тогда один разок, может быть. А может быть, не будем. Просто посмотрим и всё. Посмотрим, а в следующей серии уже будем драться. Походу, нам надо захватывать всех. Бери всех, короче, всех забирай. По 6, по 5, 4, 3, 2. Воин самый главный. Чё, не хочешь всех брать? Надо всех брать, наверное, как полагается. А, захватчик у нас уже взят. Всех набирай, которые положены. Воин. Захватчиков, сколько надо брать? Всё, вот всех взяли, больше никого не взять, да. Ну чё, давай посмотрим, просто посмотрим, что там нас ждёт. Это у нас охранник, да? Охранник. Пупок. Охранник, защитник и кто-то там еще. Давайте. Ух ты, ёптель-боптель. Вот это замок. Кобздец. Вот сюда нам надо дойти, собственно говоря. А, и вот сюда еще, смотри-ка. Ну, короче, вот такая кибербиби. Ну что, мы тогда будем... Ну, вообще, здесь, наверное, нам надо будет жить здесь, в этой, вот, в этой вот фигне. Ну, наверное, это будет сложно. Ну, давай вот этого одного пустим, пацанёнка. Может, как они там сразу... Надо двоих пойдут? Сразу, троих пускать. Ну, ух, а ты, вижу. Да, лучше двоих пускать. Все, да. Лучше пускай двоих. Ну что, тогда давай. Да, тогда вот мы, собственно говоря, здесь вот... Со следующей серии и начнем. Начнем, да. Поэтому следующая серия у нас будет, скорее всего, посвящена вот этой хрени. Вот этой штуке посвящена. А да, там Кобздец Петрович. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, смотрите наше прохождение. Пока.